Здорово, пацаны и девчата, сегодня у меня день рождения. Я хочу для вас разыграть ровно 5 людям по 10 миллионов монет. Возможно, чуть-чуть больше вам накручу. Буду вам накручивать на сайте у моих друзей MMO GO. Для того, чтобы вы сумели принять участие, вам нужно все лишь подписаться на мой канал, влепить лайкосик, написать в комментариях «Влад, хочу монетки». Также написать в комментариях вашу социальную сеть, чтобы я сумел вам отписать, когда вы станете победителем. Помимо этого всего, вам нужно подписаться на мою страничку в Инстаграме и на мой телеграм-канал. Все условия я буду проверять вместе с вами в прямом эфире. В прямом эфире вы узнаете, кто победил. Хочу сказать большое спасибо ребятам, которые оформили спонсорство. Вы нереально крутые. Уже ровно 18 человек стало спонсором моего канала. Вы творите что-то невозможное. Спасибо большое каждому из вас. Но сейчас я хочу напомнить каждому из вас, что сегодня ровно в 10 часов по киевскому времени и московскому выходит игрок месяца. Если вы копили жетоны игрока месяца, то у вас будет шанс его получить. Либо вам нужно будет чуть-чуть матчей отыграть, ну 30 матчей отыграть, и обязательно вы сумеете получить нехватающие вам жетончики и получить нереально крутейшего игрока месяца. Напишите прямо сейчас в комментариях, как думаете, кто на ваше мнение будет игроком месяца. Мне интересно узнать именно, что вы думаете. Я хотел бы, конечно, чтобы и Мобила был, но все же я не знаю, кто им будет. Но еще интересная информация, в четверг у нас появляется в продаже карточка Лионеля Месси с рейтингом 105. Я не знаю, сколько будет стоить его карточка, но думаю, достаточно немало монеток. Напишите в комментариях ваши варианты, как думаете, сколько он будет стоить. Но вы его сумеете получить только за донат и за большие цифры. Вот смотрите, для того, чтобы вы сумели его получить, вам нужно, чтобы у вас было супер много самоцветов и удача. Например, 60 тысяч самоцветов, удача, и также вложить еще 150-300 гривен, это 1000 рублей, примерно так. Возможно, 500-600. Но если у вас есть куча самоцветов, пишите мне в личном сообщении ВКонтакте, будем у вас открывать и попытаемся вместе с вами получить карточку Лионеля Месси с рейтингом 105. Пацаны и девчата, к нам наконец-то вернулся большой футбол. С помощью моих друзей OneX вы сумеете приподняться нехило так. У них высоченные кэфы, также широченная линия спортивных событий. И не только спортивных, также еще киберспортивных. Так что как можно скорее... Пользуйтесь моим промокодом у моих друзей и также сканируйте этот QR-код. Всю подробную информацию вы сумеете найти в середине этого ролика, а также в закрепленных комментариях. Самые дешевые монеты можно купить у меня или на сайте ММО по ссылке в описании. А мой промокод подарит вам 10% скидки и бонуса к вашим монетам. Все, я прямо сейчас нажимаю купить 152 миллиона монет. Охренеть, какая крутейшая карточка. Все, мы покупаем. Походу, мы сегодня вместе с вами такую машинку соберем жесткую. Вы просто представьте, мы сейчас еще Месси купим. 105 Месси. Но я думаю, 105 Месси нам придется покупать. Если вы за 105 Месси, поддержите, пожалуйста, и поставьте лайкосик, чтобы я понимал то, что нужно 105 Месси покупать. Просто плюс 100 лайков делаем и сразу покупаю карточку Месси. Каутиньо возьми на ЛВ. Ну, походу, Каутиньо на ЛВ придется покупать. Я думаю, что 105 Месси лучше все подойдет. Именно на эту позицию. Хотя скоро будет карточка Месси 105 на позиции нападающего. Она в четверг ровно выйдет. Если у вас есть самоцветы, вы можете мне написать об этом. И мы вместе с вами будем открывать наборы с Месси. Там набор платный будет. 150 либо 300 гривен будет стоить. Так что я у вас на аккаунте открою и потрачу свои деньги. Я думаю, что стоит купить. Вот мне кажется, то, что стоит взять эту карточку. И мы будем довольствоваться. Когда это и розыгрыш. А под конец эфира я сделаю для вас и то. Вот мне сейчас вот... Прямо сейчас, когда я вот смотрю вот эти вот карточки все, мне кажется, то, что лучше все взять карточку Месси. Потому что, ну, нету равных просто этой карточки. Вот нету. Ладно, покупаем. Просто покупаем эту карточку. 105. 94 общий рейтинг команды. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях. Как думаете, какой общий рейтинг состава будет, когда мы соберем? Ну, как мне кажется, именно Каутиньо больше всего подойдет. Вот именно для позиции ЛВ, чтобы у них был линк именно с Робертом. Вот это самый оптимальный вариант, походу. Характеристики, давайте сейчас проверим, насколько он хорош. Ну, мне нравится, во-первых, то, что у него усиление навыков, это атака. Дальше, ну именно на позиции ЛВ на самом деле есть получшие варианты. Но если бы мы не собирали именно Баварию, то там бы я бы уже иначе поступал бы. Но сейчас, мне кажется, что лучше все брать именно Каутиньо. Короче, Каутиньо покупаем, позиция ЛВ 100% за ним будет, потому что, ну, баварцев нужно покупать. Свою его карточка стоит где-то 21 лям. 21. Чем дешевле будет, тем круче. Ребята, вы можете себе представить, мы потратили ровно 400 с чем-то миллионов монет. А, даже за 17 миллионов... 200. Вот так вот мы сумеем купить карточку Каутиньо. 17 миллионов 200.
Чем дешевле, тем круче. Так, мы Каутиньо покупаем. 18 миллионов монет мы тратим. Друзья, кто с вас отгадает, какой рейтинг состава будет, когда поставлю Каутиньо? Давайте... Так, если вы не отгадали, то вы отжимаетесь 15 раз. Если отгадали, давайте вот сейчас в комментариях напишите, какой рейтинг будет, как только мы ставим Каутиньо. Кто из вас отгадал, тот не отжимается. Плюс-минус 1-2, можно сказать. Не-не-не, вот сейчас мы Каутиньо добавляем, какой общий рейтинг состава становится, вот прямо сейчас. Я думаю, будет, например, рейтинг 97. Если я не прав, то я отжимаюсь 15 раз. Если вы не правы, вы отжимаетесь 15 раз. Бля, я отжимаюсь. Ах ты падла, как так? Вот как я так провтыкал чуть-чуть? Просто провтыкал чуть-чуть. У Суарза только вот такая карточка с рейтингом 98 и все. А нету повыше рейтингов? С тобой качком стану. Ну, надеюсь, да. Нам монетки еще пригодятся, потому что есть еще достойные варианты. Так, 11 миллионов 395 тысяч. Вот такая вот карточка есть у Луиса Суареза. Рейтинг 98 и события Пасха. Я думал, если честно, у Суареза есть намного круче карточки, но что есть, то есть. Тратим 11 миллионов 400. Если вы не угадываете, какой рейтинг будет, то вы отжимаетесь, либо приседаете 10-15 раз. Но мне кажется, что я тоже не отгадаю, мне придется тоже отжиматься. Ну давайте так, вот 102 рейтинг будет. Блин, давайте плюс-минус один есть. Типа, можете 102-103 сказать, типа, или 104-105, как вы скажете. Я думаю, то, что будет рейтинг сейчас 102 либо 103. Если 102 либо 103, то я не отжимаюсь. У вас то же самое. Вот прямо сейчас пишите в комментариях, если вы ошиблись, то тогда отжимаетесь. Я думаю, 102 либо 103. Есть, вот оно. Отжимайтесь вы в этот раз. Я уже отжался? Влад, ты барыга. В чем я барыга, блин? То, что заставляю отжиматься, ну блин. Ну такое вот. Мне просто интересно, если девчата сядут у нас в эфире, то вот как они поступают? Они отжимаются, либо приседают? Так, мы тогда покупаем тяга. Усиление навыков капитан. Давайте его купим. И сейчас вы скажете мне, кого стоит купить на позицию ЦП право. Тяга мы поставили вот сюда вот. Мы вот сюда вот ставим тяга. Японский конь. Ёлы-пал. Просто, блин, я понимаю, что у вас тоже есть свое мнение, но, блин, я же делал как это, вы писали до этого, а потом резко, нет, не то, не так, не это, не то. Просто, ну реально, это же уже, ну, блин, есть какие-то пределы. Ну, думаю, 107, 108, 110, 110, ну, где-то так, 110, 111, примерно так будет, да. Блин, 110, это вообще маленький рейтинг у нас появляется. Покупать осталось ровно 4 позиции, это, походу, мы соберем аккаунт с общим рейтингом, ну, где-то так, 117-118. Нам по походу реально МЮ собирать и не париться просто. МЮ Манчестер Сити, блин, тут собираешь. Я понимаю то, что у вас мнение разделилось, но, блин, да Йонг лучше Бускетса. Смотрите, ребята, у каждого из вас мнение свое насчет игроков, вы понимаете это? Я не могу по каждому мнению, вот один человек сказал, нет, все, типа, только так делаем, все. Блин, я ж надеюсь, у Баварии есть кто-то на позиции ОЗ, потому что, ну, а, блин, монеты, давайте уберем. Блин, Алабан. Какой у него максимальный рейтинг? Что-то очень слабо это. ЛЗшники у них. Я вообще даже не могу понять, это какой у нас рейтинг будет под конец, когда мы вот такой вот соберем. 1 872 000. Супер дешманская карточка. Кстати, усиление защитой на 16 у нас прокачано. Вообще идеально, просто идеально. Вот сейчас, ребята, сумеете ли вы отгадать, какой у нас рейтинг состава будет? Если вы отгадаете, то вы не отжимаетесь. Если не отгадали, тогда, конечно, отжимаетесь и 15-20 раз. Давайте 20-25, чтобы честно было. 114, охренеть, я отжимаюсь. Ребята, вот просто отжимаюсь. Хорошо, самая дешманская его карточка сколько стоит? 70 миллионов монет, вроде как. Мне кажется, если мы его купим, у нас рейтинг состава будет 117-118, где-то так сразу. 65 миллионов монет, нажимаем выкуп. Супер дорогущий состав, я не знаю, хоть кто-то такой дорогой состав делал, не делал. Но вот сейчас, ребята, вот просто сейчас, как думаете? Вот просто одно. Какой рейтинг состава будет? Блин, я не хочу отжиматься, честно слово, я просто не хочу уже отжиматься. 119! Вот это вот достойнейшая карточка, я вообще не понимаю, как у него такая дешманская цена. Месси игрок месяца, ну не знаю, я думаю, что Месси вряд ли будет игроком месяца. Ну, вот такой вот игрок, я думаю, что стоит его покупать.
Давайте плюс 50 лайков, и я покупаю его. А чё это? Чё минус ставишь? Блин, ты чё? Я покупаю Барса, я что, виноват, что у него статы такие? Ну, мне приходится это Барса, ребята. Я не могу другого игрока купить. Пишут Хумельса, я не могу Хумельса купить. Мне нужно, чтобы была одна половина из Барсы, вторая половина именно из игроков Бавария. Ну что, давайте. Пике. 123. Блин. Не, я отгадал, но вот нюанс один, смотрите. Вот такой состав пока что у нас нарисовался. Но вот есть один минус большой. Мы сумеем максимум 125 ОР состава собрать. 127, мне кажется, мы не сумеем собрать. А что-то мне кажется, то, что не сумеем. Ну никак просто. Вообще, я не представляю, не вижу, как можно сделать так, чтобы у нас 127 вышел, 128. 125 выйдет. А, хотя 125-126 выйдет. Ребята, я уже заранее. Заранее уже выкупаю, 126 выйдем, походу. Ну, 126 будет. Серхи Роберто все-таки придется покупать. Так, ну, походу, нужно его покупать, потому что, ну, других вариантов просто даже нету. Ой-ой-ой-ой-ой. 127! Вот оно. 127 овер состава мы сделали, но есть еще большой нюансик. Нам нужно еще это, купить вратаря. Вот, вратаря. Самый главный вопросик. Как мне с вратарем поступить, ребята? Кого мне купить? Вот прямо сейчас при вас его покупаю. Просто мне нужно ваше согласие, вы подсказываете, говорите о том, что да, Нойер именно больше всего вписывается в этот состав, и мы его берем. Но как по мне, карточка выглядит супер красиво, вообще событие очень красивое. 53 миллиона монет. Мы покупаем карточку Мануэля Нойера, да. И сейчас у нас все решится, будет ли Эссенс рейтинг у нас 127 или нет. Возможно нет, возможно да, я думаю 126 будет. А что-то мне кажется, то, что рейтинг состава будет 126. 600? Миллионов монет мы потратили для того, чтобы собрать этот состав. Ребята, вы можете себе представить 600 миллионов монет, чтобы собрать этот состав? 127 остался или нет? Короче, закрываю. Пожалуйста, просто останься 127. Да блин. Капец, просто капец. Блин, ну состав, честно, очень красивый вышел. Одна половинка у нас Бавария, вторая половина у нас Барселона.